кто опять за считание заплатил? Да нет, это все он. Да кто отдал им похуй? Сейчас лучше не шуми. Эй, я как нашел всех, кто их заплатил. Вырезайте, давайте бабки! Вебкамыч? Ребята, лучше бегите. Дело говорит, дурачье! Из вашего друга получилось прекрасное щучело. Ау! Если я сдохну, то заберу тебя с собой, мудила. Пресев, братухи. Надеюсь, никто не обидится, если возьму его ружье. Спроси его владельца для начала. И что он сказать сможет? Койда, вылезайте! Так а ну-ка полетели. Эй! А меня подвезешь? Запрыгивай. А я по старинке. Я их вижу, они тут. Все наверх, перцы. Давай помогу. Ну ладно, спасибо. Фу, блядь, ты чем ладоху измазал? Навигатор трындит, что через 2 метра поверните налево. Но там только право есть. Просто представь, что там лево. Кажется, за нами патруль уже выехал. Но почему я в Новый год дежурю? Не ты один, давай захлопнись и работай. В пизду, ебать, пора. Давайте, парни, быстрее найдем их, быстрее закончим. Ну нахер. Походу сюда. Давайте, живо. Мы на месте. Парни, что-то знакомое чувствую. Блин, так это Шикея. Я тут постоянно покупаю стиралки всякие. Во что они его превратили? Зачем тебе столб без стиралок? У меня свои фетиши. Ну что там, что там? Хурма опять дорожает. Печально. Политех обзавелся новым деканом. Поздравляем студентов с новой смертью. Ты гляди, что у них есть. Сборник слов на букву И. Ну теперь понятно, что они так разговаривают. Целых 2 издания. Мне жалко бумагу. Ай, бля! Не сдохни, нагони. Засунь себе блендер. Слушаюсь и повинуюсь. Рано еще дохнуть. Ясная лука с ним, блядь. Блин, заразная хрень. Надо хоть защиту одевать. Не сегодня. Мам, второй, мам. Это мое. А это тебе. Я видел свет в конце тоннеля. Не волнуйся, больше не увидишь. А, точняк, наш чел сдох. Ну, конечно, покойся с миром, ТТП, я такой, о, ебать, наследство, дисковый телефон, крутяк. Смотри, что у них тут за музей просто. Хрупкий музей какой-то, я их себе заберу. А я чем хуже? Это я себе заберу. Как же эта штука работает? А, ну довольно просто. Тело есть идея для заработка. После войны открываем фирму, бью окна платно. Пиздатая идея, но сначала их размутузим. Ну, да они там сидят, я их прям видел. Они наверняка еще рукастого убили.